Наконец, эта долгожданная минута наступила, и наш Международный финансовый центр отныне находится в действии. И хочу искренне благодарить всех присутствующих здесь участников центра, наших дорогих гостей, за их внимание, за их время, которое они уделили нам в сегодняшний день. Завтра мы будем отмечать 20-летие нашей столицы. Нашей стране всего 27 лет. Это мгновение для истории. Однако я думаю, что наш народ сделал большой шаг в свое будущее процветание. Мы очень надеемся, что Международный финансовый центр «Астана» будет служить также этой цели. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы работа в центре всем была в удовольствие, бизнес приносил прибыль, и Казахстан получал от этого большую выгоду. Желаю всем крепкого здоровья, больших успехов. Еще раз благодарю за ваше присутствие здесь.